где-нибудь видели, господин генерал, чтобы вот такие окна были в служебных или спальных помещениях? Я спрашиваю, почему же не сделать проект было как следует? Ну почему? Вопрос по существу. Почему? Этот же проект никуда не годится. Я вам не буду ничего говорить о политике, я вам ничего не буду говорить о проблемах, которые у нас есть. У нас много проблем. Но я убежден, что вот то, что у нас складывается, военная служба, то, что ребята служат, вот такие, как вы, служат, скажем, честно, добросовестно, понимают свой долг, это уже большой рубеж. Значит, мы смело можем смотреть вперед. Вообще, тот человек, который не служил в армии, извините, но это человек, который что-то в жизни потерял. Мам, я как я нам с баба. Джойда болып, джойлада хизматта турган кечей күндүз йигитлерни көзүгө карап, юзуга карап билишим керек. Мана бунака йигитлерни көрүп адам гурулданат. Эң катта курал нима? Адамны ички дүйнөсү. Адамны оңлу жашашы, адамны кыладыган ишиден разы болуш ва эртеңге күнгө ишенчи.